На сегодняшний день кого бы вы назвали главными режиссерами российскими? И чьи творческие успехи вот вы всячески поддерживаете и считаете, это серьезная, крутая работа? Я считаю, это очень талантливым Крыжовникова. А что вы, кстати, сейчас думаете по поводу вот этого хайпа вокруг слова «пацана»? Ну, хайп. Всегда есть хайп. Ну, жесткая, правильная картина про время. Кого-то зарезали, решили, что это из-за этого. А тут парень, оказывается, и не смотрел эту картину. Нет, но Крыжовников серьезный, думающий и очень профессиональный, на мой взгляд, режиссер.